35-м детском саду Кызыла с самого утра готовятся к приходу гостей. Сотрудники дошкольного учреждения в преддверии Дня воспитателей поздравили своих коллег с праздником. По традиции в детском саду проходят торжественные мероприятия, утренники и концерты. Много праздников разных. День учителя, день космонавта. Но сегодня мы празднуем особый день. День воспитателя и всех дошкольных работников. Педагоги вкладывают много сил, чтобы воспитанники получали здесь все необходимое для развития. Музыкальные развлечения и праздники в детском саду проходят весело и интересно. И результатом таких занятий стало поздравление от детишек. Также своих коллег поздравила и директор детского сада Оксана Камбу. Грамотами и благодарственными письмами были отмечены лучшие работники дошкольного учреждения. Почетной грамотой дошкольного образовательного учреждения награждается воспитатель лечевой группы Мангуш Алима Маршоловна. Сегодня в России в должности вторых мам трудятся десятки тысяч дошкольных работников, показывая детям положительный пример отношения к людям, животным и природе. Снова на работу на с утра. Снова мы оторваны от дома, снова нас встречает детвора, закону все поделки выступления. Профессия воспитателя достойна уважения. Несмотря на высокую ответственность за каждого малыша, работники детских садов ежедневно развивают в каждом ребенке лучшие человеческие качества. Напомним, что День воспитателя ежегодно отмечается 27 сентября. Дата торжества не была выбрана случайно. Именно в этот день, в 1863 году, в царской России был открыт первый детский сад.